Привет, ребят. Сегодня на обзоре у меня сабвуфер, сабвуферный динамик. Очень интересная модель от Ural Sound. Это модель Symphony. Насколько мне известно, он есть только в одном размере, это 12 дюймов, то есть 30 сантиметров. Очень много нам пишет здесь производитель. Давайте, наверное, как обычно по традиции, все вам прочитаю. У сабвуфера летая корзина с улучшенной системой пассивного охлаждения, волнообразный подвес с максимальной линейностью хода, быстрый структурированный бас, акустические терминалы high-end класса, два кольцевых высокоэффективных ферритовых магнита, двойная звуковая катушка 2,5 дюйма, двухслойная центрирующая шайба из материала Nomex с оптимально подобранным модулем упругости. Мощность максимальная 1200 Вт, номинальная 600 Вт, чувствительность 85,2 дБ, сопротивление 2 плюс 2 Ома, диаметр звуковой катушки 64 мм, высота намотки 41 мм, магнитная система 2 кольца по 66 унций, типа размер 30 см 12 дюймов, резонансная частота 30,8 Гц, добротность 0,41, ВАЗ 33,5 литра, ну и все остальное кому надо. Посмотрите. Максимальный ход 46 мм в обе стороны. В коробке есть инструкция коротенькая, как подключить и как предотвратить поломки. Не допустить, вернее. Также есть наклейка Symphony с логотипом Урал. И сам сабвуфер в пенопласте. Пенопласт самый универсальный, наверное, материал. Поэтому большинство сабвуферов в пенопласте. Повредить довольно-таки сложно. Очень необычно выглядит сабвуфер, я бы сказал. Очень мягкий подвес. Ходит динамик легко. То есть это именно, скорее всего, музыкальный такой динамик, которому сильно много и мощности не надо, а просто достаточно дать ему номинал, и он заиграет. В закрытом коробе отлично. Я так понял, позиционируется этот динамик как именно динамик для закрытого ящика, то есть для SQ-шников. Ну, действительно, такой волнообразный подвес, то есть идет, знаете, вот есть тканевые подвесы выдавленные, но они идут как бы горизонтально, и волны вот так раз, 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 а у этого по кругу волны, то есть бугор, ямка, бугор, ямка, бугор, ямка, вот такие волны идут. Смотрите, вот так. Я думаю, вам видно будет. Необычный, в общем, подвес. И при этом очень мягенький такой. Легко проминается. И ходит динамик легко. Несмотря на то, что шайба упругая, а подвес мягкий. И вот шайба будет его удерживать. Подвес будет давать хода. Смотрите, вообще не заламывается никуда подвес. Вот на самом, уже на пределе, вот здесь появляются такие, как бы, грани, квадраты. Круто. Двойная строчка красная, колпак. На нем выдавлен логотип Урал. Также выдавлена Symphony со скрипичным ключом. Колпак небольшого размера, скорее всего, из бумаги, плотный. Диффузор тоже из бумаги, тоже плотный. Очень плотный. Здесь резинка уплотнительная. С тыльной стороны огромный магнит, я бы сказал. Шикарный просто магнит, фланцы. Вот один. Просто огромный, я не знаю сколько там. 12 мм, наверное, фланец. И второй миллиметров 9. И с выступом еще таким. Миллиметров на 10. С конусным. Тут 6 отверстий. Еще одно большое отверстие для вентиляции. Не закрыто ничем отверстие для вентиляции. Но вот здесь есть сетка большая. То есть закрывает все. Шайба красного цвета, не сильно большого размера шайба, кстати, но волна большая. И очень ребристый такой материал, Nomex называется. Подводящие с каждой стороны, то есть отцентрированы здесь. Два винтовых терминала плюс-минус обозначен цветами. И здесь два винтовых терминала тоже плюс-минус обозначен цветами. Подводящие с этой стороны прошиты через шайбу, то есть они... обходят каждую волну. Наверное, не будет видно. Да, скорее всего, не будет. Я, наверное, фотки найду, покажу вам. Обходит каждую волну подводящую.
подводящий, то есть лежит по волне. Вот. И пришит дополнительными нитками к шайбе. Каждый подводящий. Все хорошо проклеено. Никаких косяков я не вижу. Никаких смещений. Все четенько вообще. Корзина, кстати, очень необычная, ребят. Я такую не видел до этого. Может, кто встречал, отпишитесь. Видите, какая? 4 ребра. Ребра такие треугольниками. Здесь вот болты торчат. То есть, это прикручена шайба. Да, шайба вся прокручена дополнительно болтами. И там такая большая шайба двойная. То есть, шайбы две. Одна, видимо, дюралюминиевая, другая металлическая. И дюралюминиевая, видимо, прикручена 4 болтами. Вот они на каждом вот этом ребре. Один, второй болт. Тут третий, там четвертый. И плюс еще внутри все это прокручено много-много болтов. Фланцы прикручены болтами. Вон их видно внутри. Вот болты торчат. То есть такая серьезная сборка. Он очень тяжелый. Я его не могу держать долго на весу. Весит он очень неплохо. Катушка, кстати, интересная. С перфорацией. Я думаю, вам будет видно. Вон они, отверстия. И медная намотка. Вот такой вот, ребята, динамик. Присмотритесь, есть на рынке такие вещи. Это для качества звука, это не для валива динамик. То есть рассчитан на то, чтобы приятно так басить мягенько. Чтобы не насиловать машину, чтобы не разваливать ее, а чтобы именно был красивый артикулированный бас. Терминалы, конечно, мне очень нравятся, прикольные. Не пружинные, а винтовые, как на аппаратуре, знаете, вот на домашней, на дорогой. В принципе, все по нему. Я что увидел, рассказал. Все, что там какие-то догадки, это уже как бы мое личное. Я внутри себя оставлю всякие догадочки. Ну, подозреваю, что звук будет очень интересный и приятный. Ну, свой долг перед вами я выполнил. Познакомил вас вот этим динамиком. Есть такой динамик на рынке. Присмотритесь к нему. Возможно, кому-то из вас понравится. А я на этом прощаюсь с вами. Желаю вам чистого и громкого звука. Пока. Увидимся.